Добрый вечер, мои зрители. Уже под вечер выбралась на улицу. Пойду в Мурманскую мол. И заодно вам покажу, что в городе на дорожках Семеновского озера многолюдно. Погода способствует прогулкам. Это зверьки, зверьки. Озеро такое чернущее, но лед не сошел. Чайки там на середине устроили себе какую-то сходку. Ну, пойдемте на автобус теперь. Погода хорошая, сразу на сутки места не хватает. На улице капитана Егорова пройду с пешком остановочку. Какой-то густой здесь будет или банька. Открытие намечается. Управление МВД. Обновленный драмтеатр и театральная площадь напротив. Оживление здесь. Детишки катаются, гуляют. Так, если пройти, выйдем на улицу Шмидта. Здание областного суда. Еще 70-х годов тут красуется Владимир Ильич Ленин. Никто его не убирает. Уже все к нему привыкли. Детский мир проходим. Я зайду в фамилию. Вот такой пальто, кардиганчик нашла. Небольшой размер, но мне кажется, что мне неплохо. С карманами сейчас как раз на сезончик. Цвет не подходит. Кардиганчик я купила. Внучка обдумала. Мне самой понравилось. Так что пойдем за шлюпками в бассейн Зенден.
скоро открытие места, не скачет, да. На третий этаж едем. А вот и Зенден. Выберу. Мне хотела бы такого что-то плана, чтобы ходить в бассейн на спорт. Сейчас что-то выберу. Я вот такие шлюпки выбрала. Стоит 999 рублей. Ну, почти 1000. Так, расплачиваюсь, беру вот эти шлюпки. Вот нашла ботинки такие. Последняя пара. Да. Значит, обувь я все пересмотрела. Мне вот эти туфельки понравились. Вот скажу цены. Все это в пределах где-то 2500-3000. На этой полочке. Ну, мне ничего не подошло, и практически у меня все есть. А новая коллекция. Мне вот понравились вот такие туфельки закрытые. Ну, цена у них 5450. Ну, на этой полке новая коллекция, все в пределах 5000. Так. Туфельки. В пределах 2000. И хочу вам интересное что-то показать. Значит, спортивную обувь я купила здесь. Есть такая полочка, последний размер. Вот тут вполне приличная обувь. Можно кому что надо выбрать. Так вот, туфельки хорошие. Ну, я здесь сделала просто какое-то приобретение. Они стоили... Называется, сейчас я покажу. Вот на этой полке ликвидация. Последний размер. Еще есть просто оценка. Вот эти вот... Называются они... Полуботинки летние. Стоили 2500. Я приобрела за 799. У меня нога с косточкой, и они у меня по ноге отлично легли. Вот, так что ищите, кому что надо, и найдете. Ну все, убегаю, еще опять свежие такие же ботинки. Они сначала стоили 4499, 1799, а там я вообще купила даром. Шопинг мой удался. Как покупочки, Зенден фамилия. Очень захотела пить. Сейчас пойду попью и домой. Кто хочет такой пакетик? Вкусный. Отдел с тематикой города Мурманска и нашего севера. Взяла смородиновый. Мне больше всего нравится. Закончилась моя прогулка из шопинга. Еду домой. На троллейбусе номер 3.